Так, всем привет, с вами Глебовский и Кирилл, мой товарищ по геймингу. Так, что ты можешь сказать, Кирилл, для записи? My name is Jeff. Так, давай подключаемся к игре. Вот ты во что бы хотел попробовать? Какую карту? Какую КС найдет? Такой, блин. Вот. Cobblestone неплохо. Немножко даже волнуюсь, не знаю почему. Ну, да ладно, ты же не лайвстримишь. Другое дело, если ты сейчас в Твиче стримишь. Не знаю, я продавал сексуалки. Вот если бы ты в Твич стримил, вот тогда да, тогда пиздос. Даже пиздос. Просто... Тогда нужно волноваться. Надо реально волноваться прям. Так, тренировка. Вот ж, бля. И пизда. Блять. С нами прогеймер и какой-то долбоёб, я не знаю. С нами порногеймер, а я даже не заметил его, смотрю видео. Размин очка. Нет. Размин очка. Давай ты первый. Ты пушечное место, давай. Офигеть, мясорубка пошла нынче. Ну а что еще по-твоему на разминке должно происходить? Ну, не знаю. Наверное, Valorant. А, кстати, помнишь, короче, что Valorant означает на русском языке? Помнишь, что Valorant означает на русском? Доблесть. Честь. Да, что-то доблесть. Достоинство. Так, покупаем оружие. Двойные пистолетики. Бля, я броню не... У меня не хватило денег на броню и на пулемет. Обалдеть. На, бери, ты это детонатор. Блин. Ну, ты будешь детонировать. Только начало игры, конечно. Он тут. Этот Pro Games Chill Kraken, ну, тот еще Kraken. Ты что, будь аккуратен. Да жопа. О, мне хватило на броню, нормально. А еще мне хватило на гранаты. Так, у меня по-прежнему нет пулемета, но у меня есть пистолетики, мои любимые. Ух, я убил его, ай, блин, а меня подожгли. Быстрее, да. Вот так, наверное. Неплохо. Ух, наконец-то мне хватило на мой мегев. I told you, we'll suck them all. Где он? Вон там, в будке. В крафике. Плыньте. Блин, не успел. Надо... Если бы я успел, тебе бы сейчас деньги зачислили. Ну, плохо. Ну иди, нападай. Постой. Нападай. Да, блядь. Красавчик. Бля, жаль, что в КС, короче, аптечек нет. Обидно. Если бы мы в Valorant играли, я бы мог себя захилять, я бы здесь тоже играл. Да ёшки-матрёшки, а. Ну и сиди там. Ну. Да доебал. Я же попросил сверху защищать, ну ладно. Блин, не хватило на пулемет. Ну ладно, хотя бы нам полноценную броню. Я думал, он выбежал. Да как так вообще можно играть, сука? Ты чё делаешь? Ты чё, наверх пошел? Ладно, ты только держись, а он очень жесткий. Теперь мы будем играть за наших любимых спецназовцев. Не знаю, нравятся они тебе или нет, мне они нравятся. Я за них всегда играю. У них оружие чуть-чуть получше, а так особо. Получше? Мне казалось, у тебя всегда получше оружие. Или нет? О, мне удалось залезть в окно. А! Блин, не рассчитал. Я мышку немножко не тогда поставил. Что мы ты? У меня скоро будет ужин. Сейчас мы доиграем эту катку и, наверное, сделаем паузу. Потом, может, еще сыграем. Ладно. Да. Как он долбал меня, все время тушит огонь. Молодец. Сука, как же ты меня бесишь, сука. Блин,
игр мне задолбал этот Pro Games. Просто бесит. Морально. Блядь, что будет? Блядь. Красавчик. По-моему, здесь самый мирный, кажись. У меня меньше всех очков. Пулемета нет, но есть броня. Похвально. У меня есть идея, пойти обойти. Нет, 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 иди. Иди на этот, на понт. Они тут оба. Пиздец, они тут оба. Фига ты двоих разом. Молодец. О, решающий раунд. Зажжем. Хорошо. Иди на идеи, да, защищай что-то. У меня пошли в обход, нет? Если они пойдут в обход, я их услышу. Ебать, мы их обыграли, сука. Мы дидит, да. Меткий стрелок, оружейный мастер, разжигатель транжира. Ну и меткий стрелок, оказывается.